В этом видео я расскажу вам о диване Sigurd от компании Armas. На этом диване очень удобно сидеть. Высота и глубина места для сидения подобраны таким образом, чтобы было комфортно сидеть всем членам семьи. Подлокотник оптимальной высоты. Можно положить руку и расслабиться. Подушки плотные, объемные, трапециевидной формы. Набиты смесью крошки ортопены и синтетического волокна. Также он прекрасно подойдет для тех, кто ищет диван для сна. Сейчас я вам покажу, как его легко превратить в спальное место. Убираем подушки для спины. Беремся за удобную ручку и двигаем сиденье вперед. Спинку опускаем. Все, легко и просто. И мы получаем полноценное спальное место размером 140 на 190 сантиметров. В итоге мы получаем практически полноценный матрас, в основе которого лежит блок независимых пружин, 256 пружин на 1 квадратный метр, который усилен войлоком, а для комфорта добавлен слой ортопены. Жесткость такой конструкции получается чуть выше среднего, такая жесткость универсальна, подойдет для большинства людей, независимо от возраста и комплекции. Под сиденьем вместительный бельевой ящик. В него легко убирать постельные принадлежности. Подлокотники закреплены надежными мощными болтами. У дивана есть дополнительный силовой элемент, который соединяет между собой подлокотники, а также защищает спящего от контакта со стеной. При такой конструкции не нужно отодвигать диван от стены при раскладывании. Собрать диван так же легко, как и разобрать. Поднимаем спинку. Двигаем сиденье вперед и возвращаем подушки для спины. Ручку убираем. Ну вот и все. Такой механизм называется еврокнижка. Он очень надежный. В нем нет никаких металлических частей. Там просто нечему скрипеть и ломаться. Диваны Armas можно изготовить в огромном количестве складских и заказных тканей. Данная модель выполнена в велюре коллекции Teddy. Диван Sigurd от Armas. Практичный, надежный, комфортный.